Хусейн, приветствую тебя, поздравляю с тяжелой трудовой победой. Первое, с чего хочу начать, 7 месяцев простоя. Ага. Почему такой долгий простой, что случилось? Да так, особо ничего, просто, как сказать, как-то не получилось. Я хотел чуть до месяца два даже назад, как-то сказать, еще раньше, короче, хотел подраться, но не получилось. Какие-то травмы мелкие там были из-за этого. Хусейн, не мог не обратить внимания, для средневеса ты чуть небольшой. Да. Да. А вот сейчас, например, ты смотрелся вот визуально, ага, в разы меньше Валерия. Да. А да, как ты себя в этой весовой категории чувствуешь вот с точки зрения физики? Ну, как сказать, на вид они, да, бывают чуть побольше. А так я всегда с детства, когда я боролся даже, с более тяжелыми ребятами я, ну, любил драться там, бороться. Сейчас тоже чуть больше меня, ребята, которые со мной спаррингуются, я с ними особо тренируюсь, спаррингуюсь. Поэтому мне удобнее бывает чуть с большими ребятами. А так на вид, да, они потяжелее меня выглядят, чуть мощнее меня, да. Все знаем, что у Валеры очень сильный бокс. Mm-hmm. Был ты в бою чем-то удивлен или, может быть, чувствовал, что ты вот-вот в опасности? Ну, во-первых, я Валерия очень уважаю, достойный парень. А так, да, я знал, что у него бокс, как сказать, ну, он в боксе, если сказать честно, лучше меня, чуть, ну, в некоторых аспектах. А так, я думаю, что я особо не слабее его ни в ударке, нигде. Тогда он в начале своей карьеры, да, он боксер. Да, мастер спорта, да. А я борец. Поэтому у меня был план в стойке поработать, а там уже по возможности повалить, забороть, держать, поконтролировать. Так и получилось. Так особо ничем не удивило. Не удивил Валера. Вот так. А чувствовал где-то в моментах, может быть, что еще немножко и можешь вот завершить бой досрочно. Ну да, да. Но я в некоторых моментах, аспектах не дорабатывал. Я знаю, что есть много ошибок, надо доработать эти ошибки, работать. Сейчас, думаю, там неделю, 10 дней отдохну, сразу начну, иншалла. Хусейн, у вас очень конкурентная весовая категория, средний вес. Но потихонечку, тихо-тихо, ты сначала в топ-10 попал, а сейчас уже четвертая победа к ряду. Ты выигрываешь восьмого номера, соседа по рейтингу Валерия. Да. Может быть, есть кто-то на примете интересен тебе, чтобы потихонечку еще все ближе-ближе к поясу? Да, есть интересные ребята, но я сейчас уже я не хочу никого там называть, вызывать. Сейчас посмотрим, что лига предложит. Посмотрим, с тренерами тоже обсудим, что да как. Ну, потом уже узнаем. А в этом году мы еще увидим тебя в клетке? Ну, я хочу, а так не знаю, получится или нет. Но я постараюсь. Хусейн, я поздравляю тебя с победой. Спасибо.